Очередной груз с гуманитарной помощью палестинцам отправляет наш регион. Его переправят из Грозного через Египет и дальше в сектор Газа. Самолет МЧС уже совершил посадку для погрузки. Всего планируют доставить очередным рейсом 29 тонн груза. Наш корреспондент Адам Гулоев сейчас находится в аэропорту Грозного. Ему слово. Адам. Да, Лейла, вот мы можем наблюдать, как сотрудники МЧС уже приступили к погрузке гуманитарного груза. Это по счету третий рейс в помощи для жителей сектора Газа. В него входят медикаменты, продукты первой необходимости и верхняя одежда. В общем, все, в чем сейчас остро нуждается угнетенный народ Палестины. Груз отправится в 7 утра и прибудет в Египет, город Аль-Арише, в 11 дня. Там гуманитарную помощь передадут волонтерам Красного полумесяца, который в последующем и будет направлять груз от Ингушетии в сектор Газы. Всего жители нашего региона собрали около 200 тонн гуманитарной помощи. Стоит отметить, что в месяц Рамадан она будет как никогда кстати.